как заряжаются телефоны. Они это делают очень долго. И когда я говорю очень долго, я имею в виду не час, а всю ночь бывает заряжается, и зарядились только какие-то жалкие 10%. Чаще всего это бывает от того, что сломана зарядка, но суть не в этом. Сегодня я вам расскажу о том, как очень быстро зарядить. Возможно, вы на этот раз ролики. Там рассказывается полный. Например, завернуть фольгу, покапать лимона. И он тут же зарядится. В моем такого нет. Хотя бы завернуть фольгу, правда, нет. Но он не станет сразу заряженным. Он после этого за одну минуту будет зарядиться. Это очень действенный лайфхак. Все друзья мои его используют. Даже ящины. Ну, в общем, не суть важно. Сейчас я вам покажу, как довольно быстро и безотрадно сделать телефон быстро заряжать. Помните, если вы что-то делаете, чтобы телефон, нам понадобится тарелка, в которой мы все складываем. Фольга, яйцо сырое, неваренное, немного кусочков хлеба, пакет молока, соус терияки и, соответственно, сам телефон. В тарелку наливаем молока. И выливаем его вместе с крупой в молоко. Также добавляем немножечко соуса. И теперь вымачиваем всю фольгу в этой незаурядной. Да, во всех щелях фольги надо оставить его на некоторое время. Достаем. И ставим сушиться. Это нам больше не понадобится. Поэтому можем вылить фон в фольге в какое-нибудь теплое место. Всех этих манипуляций вы мне можете сказать. Эксперимент, как же так? Быстрее просто зарядить телефон. Но нет, друзья. После этих манипуляций с телефоном он будет заряжаться... Как бы вам так сказать, за одну минуту, на 100%. Забудьте об долгих часах ожидания. За одну минуту ваш телефон заряжен. Продолжим. После вот этой вот манипуляции оно более-менее обсохло. Теперь можно доставать из фольги и смотреть, что получилось. У нас наш телефон в целости и сохранности. Теперь он заряжается за одну минуту. Осталось только поставить телефон на зарядку, дождаться минуту, и все, он заряжен. Это очень действенный способ. И многие мои друзья им пользуются. Но если он у вас не сработал, есть несколько вариантов, почему. Либо вы использовали неправильные ингредиенты, либо накосячили с приготовлением. Возможно, у вас сломан телефон или сломана зарядка. Да, они все должны быть целы. Может быть, у вас молоко прокисло. Может быть, вы использовали вместо терияки какой-то другой соус. Если так, то от него... Все станет только хуже. Может быть, яйца не те использовали. Надо использовать куриные яйца. Обязательно. Или еще что-нибудь в этом духе. Но если вы все сделали правильно, и у вас он не заряжается, то
виноваты пришельцы. Как и в случае, если вы из моего прошлого ролика использовали все 5 лайфхаков, а у вас еще болит голова. Это виноваты пришельцы. О том, как виноваты пришельцы и о всех других настоящих теориях заговора мы поговорим в следующем видео. Пока-пока. Подпишись и не забудь поставить лайк.